Теперь доступна новая прошивка для всей линейки 4-мегапиксельных камер ActiveCam. Даже если вы уже инсталлировали камеры на объекты, можно установить на камеру новую прошивку и получить аппаратный широкий динамический диапазон 120 дБ. Также с новой прошивкой увеличивается и емкость локального архива. Теперь поддерживаются карты памяти с объемом до 128 ГБ. И осуществляется поддержка сервиса Tracer Cloud. Для получения новой прошивки необходимо обратиться в нашу техническую поддержку. Спасибо за внимание и до скорых встреч!